согласитесь, было бы странно, если бы промтех, имея в руках хорошее шасси, не воспользовался заложенным в нем потенциалом. Поэтому знакомьтесь, капитан Т с 20-кубовым фургоном. Здравствуйте, меня зовут Ольга Коршунова. Сегодня я предлагаю отклониться от привычного восприятия нашего промтех Капитан Т как компактного городского автомобиля и взглянуть на него совершенно с другой стороны. Например, как на автомобиль для междугородних перевозок. Если сейчас вы готовы утверждать, что автомобили такого класса никто не использует для подобных целей, значит, вы давно не катались по нашим трассам. В настоящее время различного рода техника на базе серийных малотоннажников пользуется у перевозчиков большим спросом. Ограничение полной массы в 3,5 тонны позволяет управлять такими автомобилями, имея всего лишь категорию «Б» в водительском удостоверении. При этом на растянутой раме порой водружается кузов, способный посоперничать в размерах со среднетоннажниками. И такое сочетание привлекает всех, кто возит легковесные, но объемные грузы. Надстройка с толщиной стенок и потолка 30 мм выполнена в виде пирога из пластиковых панелей с прослойкой экструзионного пенополистирола. В результате, несмотря на свои размеры, где длина 4,9, ширина 2,1, а высота 2 метра, фургон весит всего 350 кг, что позволяет официально грузить в него тонну 200 кг товара. При этом на полу можно спокойно разместить до 10 стандартных европалет размером 1,2 на 0,8 метра. Главное, не привозите на них чугунные батареи. Как ни крути, это все же не полноценный фур, а просто полуторка повышенной вместимости. Для удобства работы с различными складами и торговыми точками, высота пандуса которых может отличаться, мы сохранили на 20-кубовике нашу фирменную фишку – заднюю пневморессорную подвеску. Благодаря блоку управления, расположенному в кабине, водитель сможет не только выровнять пол кузова с разгрузочной площадкой, но и компенсировать в случае неравномерного распределения груза величину кренов автомобиля в поворотах. Тяговитый двигатель, удобная коробка передач, правильно подобранные передаточные числа. Что еще может пригодиться в дальней дороге? Возможно, круиз-контроль? Вот он. Его кнопки расположены прямо на руле. Кондиционер? Есть и такой элемент в базовом оснащении Капитан Т. Может, хорошая магнитола? И она тоже имеется, даже с Bluetooth и USB-разъемом для флешки. И тех, кто привык заботиться о безопасности, тоже порадую. В машине имеются такие системы, как ABS, ESP и даже EBD. В общем, мал, да на 20 кубов удал. С учетом изменчивости цен и стабильного роста спроса на технику сегмента LCV, без тени лукавства советую – не затягивайте с решением о покупке. А с вами была я, Ольга Коршунова. Пока!